Ильшат Гафуров, ректор Казанского федерального университета, 30 января принял участие в итоговом заседании коллегии Министерства информатизации и связи Республики Татарстан. На заседании был подведен итог проделанной работы, а также были озвучены планы Республиканского информационного ведомства на 2018 год. В заседании принимали участие президент Татарстана Рустам Миниханов, а также министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров. Николай Никифоров отметил рост качества и доступности беспроводного доступа в Татарстане, а также заявил, что процесс подготовки квалифицированных специалистов является важной задачей. Именно для этого 30 января на итоговом заседании было подписано соглашение между Казанским федеральным университетом и крупной китайской компанией Huawei. По условиям соглашения будет создан образовательный центр Huawei, который начнет свою работу уже в следующем семестре на базе Высшей школы информационных технологий и информационных систем. Договор предполагает сотрудничество на протяжении 2 лет с возможностью продления. Особенностью работы этого китайского производителя является совместимость большинством стандартов, применяемых операторами связи. Доступ к базам данных и системам позволит студентам быстрее осваивать технологии. Олег Ашин, Универньюз.